Внимание на старт. Дан старт 4-го заезда. Квалификационный заезд для лошадей 3 лет рысистых пород. Бег ведет Панорама под управлением наездника первой категории Василия Слепого. На втором месте первый номер Служебка едет Павел Саидов. Стандарт резвости для кобылы русско-рысистой Панорама 2 минуты 40 секунд ровно. Для Служебки кобылы орловской рысистой породы 2 минуты 45 секунд ровно. Участники заезда подходят к отметке первой четверти дистанции. За 37 секунд пройдена первая четверть дистанции. Проходит квалификацию Панорама и Служебка. А бег ведет Панорама под управлением наездника первой категории Василия Слепого. Задача участников заезда – пройти правильным ходом дистанцию без нарушений и уложиться в стандарт резвости. Вторая четверть дистанции пройдена за 38,8 секунды. А бег ведет Панорама по-прежнему. На втором месте кобыла орловской рысистой породы Служебка. За 35,7 секунды пройдена третья четверть дистанции. Проходит квалификацию кобыла русско-рысистой Панорама под управлением наездника первой категории Василия Слепого и кобыла орловской рысистой породы Служебка, на которой едет Павел Саидов. Заканчивает дистанцию Панорама. Финиширует Служебка.